Добрый день. Представляю вашему вниманию обзор на зубную электрическую щетку Oral-B Vitality Sensitive Clean D12513S специально для 7745 Buy. В комплект данной зубной щетки входит зарядное устройство, такое аккуратненькое, красивое, сама щетка зубная и насадочка Sensitive. Насадочка Sensitive с мягкими щетинками, которые бережно очищают зубы, не повреждая чувствительные десны и эмаль зубов. Щеточка, сама зубная щетка имеет прорезиненный корпус, удобно держать в руке. Корпус не водонепроницаемый. Вот, то есть можно его чистить, мыть водичкой, что мы часто делаем, чтобы грязь не скапливалась. Зарядное устройство, которое поставляется вместе с щеточкой, включается в сеть. Щеточка ставится на само зарядное устройство. Места много не занимает. Все достаточно компактно, аккуратно. То есть вот в таком вот виде оно стоит, заряжается. Щеточка красивая, удобная. Вот. Далее, сама щеточка аккумуляторная, питание от аккумулятора происходит. Один режим работы, только вращение. Вот. По истечении 2 минут чистки зубов при включенном режиме сама щетка она начнет будет оснащена таймером завершения работы, то есть щеточка начнет вибрировать, ну, в другом режиме она жин-жин-жин, то есть она показывает, что уже пора выключить щетку, и этого времени было достаточно для чистки зубов. Так, что еще могу сказать? Время работы заявленное 20 минут, но, скажем так, ну, по 2 минуты чистки, то есть, ну, считать это 10 дней чистить, то есть, как минимум, то есть, по утрам это 10 дней. Ну, могу сказать, что больше, хватает больше, то есть, ну, реально дней 10, там, утром, вечером почистить, вот. Далее, щеточка сама, щетинки, по чем удобно, что по истечении времени они поменяют цвет, и это будет означать, что саму насадку вот эту надо уже сменить на новую. То есть она сама подсказывает, когда это надо делать. Далее, насадочек очень много. То есть можно разные насадки к ним покупать. То есть и для отбеливания, там, для детских зубок, то есть разные. Они идут с разными цветовыми полосочками, что очень удобно. То есть мы одной щеткой можем пользоваться, то есть всей семьей. То есть меняется простенькая насадка, оделась, там, скажем, папина, мамина, и пошли чистить. То есть вот такое. Из минусов, что могу сказать... Сама зарядка щетки непонятная, то есть в том плане, что неизвестно, как долго надо ее заряжать. То есть она стоит на зарядке, индикатора заряда как такового не имеется, то есть просто стоит на зарядке. Мы ее оставляем на ночь, утром выключаем, ну и как бы этого достаточно. То есть просто нет индикатора заряда. Так, щеточка очень удобная, годная, так сказать. Нам очень нравится. Пользуемся, можно сказать, всей семьей. Потому что, как я говорил, сменные насадочки. Можно пользоваться всем. Всего хорошего. До свидания.